Сегодня 1 августа 2023 года. В конце июля был принят федеральный закон о цифровом рубле. Так вот, я хочу выразить свой протест по поводу принятия цифрового рубля и внедрения цифровых валют. Это сделано против воли людей. Мы не цифры, мы живые люди. И я против цифрового концлагеря. Поэтому все это нелегитимно, потому что это было принято против воли людей и всего человечества. Так что все эти законы и постановления, они незаконны. Я выражаю протест, несогласие и налагаю запрет на все эти нелегитимные законы и постановления. 1 августа 2023 года, город Нижний Новгород.